так слышишь, это ж... Здравствуйте, ребята! Там будем уже ходить. Лёнь, не стой, можешь идти в тот угол разговаривать. Да? Старая дама, да? Ну, вот тут старший. Второй, да? Ну, старший. Старший лесной охраны, я помощник лесничего Черноречинского лесничего. Ну, Артём, он делал удар, да? Право нахождения на данной территории. Ну, как бы Украина? Я пока не кажу, но... Берег Украины? Ну, понятно, что... Но дело в том, что данная территория относится к заказнику мыса Яр, общего государственного значения. И данная территория для посещения закрыта. Вы здесь первый год? Да. Там отсюда. Нет, именно на этом диске. Не, ну стояли там на том. Естественно, вы знаете, что здесь закрыто. Нет. Что, ни разу к вам никто не подходил, ну, ничего вам не говорил. Это там будет. Так это находясь здесь, вы нарушаете несколько административных статей. Ну, пожалуйста, составим. У нас даже документов нет, на то, чтобы их составить. Потому что, ну как, не поверишь, что я скажу, что я тут кинул или там? Есть? Ну, конечно, нет. Они все в машине стоят. Ну, слушай, это возьмёт... ваши все, да, положили? Да, это все наше. Да. Пацаны, вы, вы могли бы лучше, да, приехать, у меня здесь порядок. Ребят, мы только так. Зато, ну, но... Посмотрите, мы не войдем. Мы не войдем. Да, но мы же... Не, ну напишите 18-82. Нам дали распоряжение. Я понимаю. Просто на кого составлять будет? Вот в этом весь вопрос. Документы не брали не потому, что не хотели. Я понял. Ни у кого нет вообще? Вообще нет. Не-не-не, это все нормально. Севка. Кому относитесь? Жорик. К лесоохотничьему хозяйству. Даже семечки руки привели. Все хорошо. Да мы здесь такой порядок навели. Не, ребята. Согласен. Ружье спрячь. Ружье. Слушайте, вон сейчас подойдет человек, который идет. Что сделал? Ложи, бери. Прячьте, это справа. Мы культурные люди, как бы, абсолютно. Прячьте. Давай. Мне даже как-то нет, как мы говорили. Там есть? Там есть. Один? Два. Документ есть? Да, водительские права.
все. Когда нужно оплатить постоянно? Все. 20 человек. Нет курса, да? Нет. Тогда у вас у вас есть с собой какие-нибудь документы? Или ты по гарантии? Нет. Где они остались? Ну, сами отвезем сегодня. В городе. Согласование с налоговой. Именно с налоговой вас интересует? Кстати, с 1 июля вступил закон в силу о госслужбе. Поэтому ваша съемка попадает под одну из статей чинного законодательства. Я об этом официально говорю. Сейчас у меня тоже Севастопольское телевидение. Отлично. И удостоверение, если можно. Сейчас будет. Туда повернись, там здесь двое хватает. Запретная зона — это рестрикт. Это заповедник, вы бы просто не зашли. Это городской пляж, это городской. Когда территория заказана. Все поберете. Продолжение следует...
Вова. Вов. Тут мусор помятый, нет? Редко понятно. А вот как я могу узнать, что здесь тоже приехало? Есть вот такая штука. Все платные места отдыха. Урочище Бательман, урочище Латвии, урочище Матвеевка, мыс Карыч. Так, я проведу информацию. Я хочу знать, что нужно записать на нашу урочище. Девушка, вы вот это ищете? Ваша урочище территория. Я вот сюда не берусь. Простите, вы у нас обязаны рекреационные цели. А есть ли лицензия от своего совета на поведение в Сибири? Это для того, что мы работаем. Это не в целях это того, что... Да. Тратят нам деньги не зря. Граждан разъясни их слова и дальше. Да. Нет, мы не туда. Это просто показать нашему начальству, что мы были здесь, что мы проводили работу. И мы хотим, чтобы нам... Добрый день. Коня, медведь. Ай, молодец. Она не кусается, не бойся. Супер, умничка. Ручите гав. Охраняет территорию. Вы находитесь на платном месте отдыха. Заказник вообще государственного значения. Мы стоим. Вам надо либо оплатить. Оплатить. Либо покинуть территорию. Оплатить. А сколько нужно заплатить? Сейчас я вам все покажу. Костров не ждем. Деревья не рубим. У нас одна палаточка. И мы с собака, я, конечно, понимаю, что я собака. Еду с собой привезли. Люди знают об этом. Я понимаю, ну, надо же объяснить. Вот и смотри. Вашу работу исполнил. Гонял нас, блядь, этих, блядь, лесорубов посмотреть. Ты близко сделал, да? А еще больше можешь? Много, но она будет прыгать. А так, как, по-моему, бомба. Ты сбегал? Я люблю читать, а вы вас не тоже люди не читаете? По интернету, там, по благодарности. Класс, мы уже встречали, приезжали по туннелям отсюда, Донецка. Они идут за это самое. На помаду? Да. Ну, не в этот дом. Да, концу сентября. Концу сентября. Ехали они за это самое. Месяц за спуску согнали 80 человек. Тут ялики отчаливались, блядь, когда оставляли Севастополь. На середине. Ну то, что было, когда, блядь, экология гоняла все. Когда по городу ушел клич, блядь, что Янукович нахуй купил. Ну да. Я не стану купить. Я говорю, вот это вот Николаевский, тут я приезжаю тоже нормально. Я говорю, пацаны, вы там в интернете сидите, я говорю, напишитесь, здесь за беспредел, где ты самый, пусть не лезет, то знаешь, блядь, я спрашиваю, блядь, как ты туда попал вообще? Ну вижу рожа свет. Говорит, а я в интернете могу, блядь, почитал, описано, как доезжать, даже телефоны ялички такие, вот, ты понял, как сюда добрал. Да. 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 Не, ну надо написать обедно, а то пишут, ой, ты заснули, ну, блядь, такая природа, ну, блядь. Вообще-то не могу. Можно... Не знаю, часам к 5 не раньше. Хорошо. А это ялтинский. Хорошо, Иван, спасибо.
А иди, блядь, вон там иди попробуй. Хорошо, хорошо, мы тут так почти заканчиваем. Мы тебя тоже поднялись. Ничего не видели. Попросят, то проведем, а так никто еще ничего не просил. Понял. Хорошо, хорошо. Если работать, ну то есть, конечно, инжирит. Тогда работать. Ну, да, думать. Без проблем. Ну, если больше платить, да. Нужно будет. Правильно, после 8 года. Что? Что говорит? Ваши волосы. Все? Да. Далее. Ничего, а ты где? А? Алло. Зеленый, мелкоплодный землянищик. Где? А вот кора зеленая. А это не от бестыни? Топоры вот лежат. Да. Стоят. Топоры собираем. Алло. 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 Ты где? Ну где сейчас?